Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать! Корпорация РАНА всегда готова помочь организовать эффективные уходы не только для профессионалов, но и для клиентов. Сегодня хочется говорить о летнем уходе, поскольку лето в самом разгаре, и мы сегодня посвятим наше время двум маркам. Это BB Laboratories, лаборатория молодости клетки, и марка GHC на основе плаценты, на основе витаминов, пептидов и лекарственных трав. Что же предпочитают? Что же предпочитают наши клиенты? И что мы им рекомендуем для того, чтобы их уход был эффективным? Мы будем рассматривать две марки сегодня. Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку, хочу, чтобы видно мне был слайд, и пытаюсь это сделать. Возможно, мне сейчас ассистент поможет. Анастасия, помоги, пожалуйста, мне с тем, чтобы мое лицо, в принципе, не обязательно было видно, можно его в угол, я не знаю просто, как это сделать. Нет, мне нужно этот слайд читать. Я хочу смотреть. Да никак не передвинешь. А как он будет так на слайде, да? Вот так, да, не получится. Ну, ничего страшного. Итак, очень важно то, что учитывать это легкость текстур и быстрота впитываемости этих продуктов. Это было основное пожелание наших клиентов, когда мы проводили опросы и получали информацию из первых рук. Мы активно участвуем в различных выставках, симпозиумах, конгрессах, и наши клиенты с охотой делятся своими пожеланиями и информацией. Поэтому мы выяснили, что также в летний период важны и такие аспекты в отношении продуктов. Это длительное увлажнение, поскольку есть продукты, которые увлажняют поверхностно и быстро испаряются, особенно если это жаркий период времени, или же при путешествиях в самолете или при воздействии на кожу кондиционеров. Более того, с поверхностной влагой за счет диполярности молекул воды улетучиваются и также увлажненность глубоких слоев, то есть как бы испаряется вместе с поверхностным увлажнением и внутреннее увлажнение. И, конечно же, важна эффективность препаратов, которые мы наносим, а за эффективность будет отвечать высокая биодоступность наших компонентов. И сегодня мы об этом как раз поговорим, посмотрим для того, чтобы визуально представить, за счет чего возникает эта эффективность. Ну и, конечно же, ряд продуктов есть тех, которые посвящены защите от солнца. Это важна водостойкость и, конечно же, надежная защита от гиперпигментации. Мы вначале поговорим про марку BB Laboratories. Марке 20 лет, успешно себя зарекомендовала, в ведущих салонах и клиниках представлена, не представлена в розничных сетях, поэтому вы смело можете работать с этой маркой в своих салонах, и у вас будет возможность расширить свой коммерческий потенциал. Марка основана в 97 году, и концепция ее это – профилактика старения и устранение признаков старения. Направлены формулы не на устранение внешних проявлений проблемы, а на улучшение ситуации на глубинном уровне, на клеточном уровне, на уровне биохимии кожи.
Надо отметить, что основное преимущество – это отсутствие синтетических отдушек, красителей, силиконов, агрессивных павов. 80% ассортимента в качестве консервантов используется феноксиэтанол. Это консерванты для детской косметики, и в том числе даже элитной и швейцарской косметики. Сочетаемость с аппаратами, прекрасный массаж можно сделать. Сердцем бренда является экстракт плаценты. Плацента животного происхождения, свинья породы Кагошима, самый близкий биологический вид к человеку, как выяснили ученые, в конце 90-х. И с этих пор как раз и появилась эта марка, появилась в стенах государственной клиники, которая заботится о здоровье полицейских. И Масанори Таканаши, дерматокосметолог, решил сделать продукты, которые будут заботиться о здоровье и красоте кожи в реабилитационный период. И, как мы понимаем, если это государство, а это значит контроль, качество и эффективность. Другими основными компонентами формул является гиалуроновый коллаген, очень интересный продукт от Эллаколлаген, используется в хрящезаменительной и восстановительной хирургии, пептиды, биосинтезированные вещества, лекарственные растения, китайско-тибетская медицина, а также фитоэстрогены. По поводу плаценты хотелось бы отметить, что вы видите цветик-пятицветик, потому что плацента является реально панацеей и является природным биорегулятором за счет своих компонентов, пептидов, факторов роста, аминокислот, богатый состав макро- и микроэлементов и витаминов. За счет такого сбалансированного, неповторимого состава, невоспроизводимого, получается пятиполярное действие экстракта плаценты. Это и нормализация процесса в дермальном слое, ведущая к регенерации, улучшению питания кожи. И защита кожи от воспалительных реакций, защита кожи от фотостарения, так называемая антиоксидантная защита. Конечно же, контролируется и выработка меланина, поэтому купируются процессы образования излишнего пигмента. Плацента нормализует эпидермальный барьер. За счет этого кожа восстанавливает собственные водные ресурсы и поэтому прекрасно увлажнена. И, конечно же, оказывает антисептическое действие, вырабатывает определенные вещества, способствующие купированию воспалительных реакций. За счет чего обеспечивается такая эффективность и все-таки безопасно ли это? Такие вопросы задают, конечно же, новички, как правило. Но, тем не менее, и наши новые клиенты для нас дороги. Хотелось бы открыть вам шире дверь в мир плацентарной терапии, в частности, косметологии. Посмотрите, какие счастливые мордяшки поросят, которые резвятся на собственных фермах компании. Но речь идет о том, что полноценный уход, отсутствие антибиотиков при взращивании и выносе поросят, вынашивании поросят. И самое главное – это технология. Технология переработки плаценты и получения эффективного безопасного сырья, в котором отсутствуют гормоны-аллергены, высокомолекулярные белки и присутствуют в действенной концентрации пептиды, факторы роста, аминокислоты и другие полезные вещества, отвечающие за красоту, здоровье кожи. Так выглядит схема переработки. Называется технология молекулярного фракционирования. Через сито прогоняется сырье и получаются те вещества, в итоге о которых я говорил, GHC –
GHC – фактор роста гормонии цитокина. Так расшифровывается бренд. И вот этот розовый цвет – это неспроста. Дело в том, что ассоциация с розовой хризантемой, символом молодости, красоты, здоровья, богатства. Но за такой поэзией скрывается высокая технология, которая славится уже на протяжении многих десятилетий японца. Дело в том, что технология BB Laboratories – это технология, которая была создана компанией Japan Bioproducts. Молекулярного фракционирования речь идет. И компания существует с 1954 года и выпускает известный по всему миру и давно полюбившийся в России гепатопротектор, лекарственный препарат Лейнек. За счет этой технологии производства препарата Лейнек в нашем арсенале мы можем вам предложить также и космецевтику на основе этой технологии. Сегодня мы будем говорить об уникальных продуктах, которые подходят особенно в летний период. Преимущество состоит в том, что высокая биодоступность, поскольку плацентарная основа формул, и пролонгирует эффекты мезотерапии. Соответственно, если в летний период вы не можете пройти процедуру мезотерапии, вы можете использовать эти препараты. И очень хорошо восстанавливает кожу, быстро, эффективно заживляет, образует эпидермальный, восстанавливает эпидермальный барьер. И, соответственно, кожа выглядит великолепно. Гидролизат плаценты человека, получение гидролизата плаценты человека легли в основу технологии производства препарата GHC. Здесь содержится гомологичная плацента. И те же требования, что и при производстве плацентарного сырья компании BB Laboratories. Та же самая технология, потому что GHC – это продукт материнской компании, а BB Laboratories является дочерней компанией. И мы будем говорить о GHC в двух направлениях. Так называемая, клиенты любят ласково называть GHC – розовая линия, и еще LNC – бриллиантовая линия. Гидролизат плаценты – гомологичный, это GHC, и гидролизат плаценты лошади с добавлением витамина С, инновационная формула, которая используется в летний период, в том числе для не только осветления и антиоксидантной защиты, но и для увлажнения и купирования воспалительных процессов. Линия LNC создана специально для контроля фотостарения, фотоувядания, как теперь многие говорят. Итак, идеальная чистота, без стягивания сухости и никаких комедонов. Мы предлагаем два продукта рассмотреть на летний период. Как говорят клиенты, кожа буквально скрипит, однако нет ощущения выхолощенности, нет ощущения сухости и стянутости. Благодаря этим продуктам, вот один из которых я сейчас держу, и за счет специальной текстуры хорошо взбивается густая, образуется пена. Вы наверняка пробовали и знаете продукты азиатского рынка, в том числе корейского, и наверняка, может быть, среди вас есть и любители японской косметики. И японцы любят очищаться два раза. Представляемые японские продукты не требуют двойного очищения, поскольку обладают высокой абсорбирующей способностью и буквально вытягивают из пор загрязнения, поэтому профилактируют комедоны и воспалительные процессы. Перед вами представлены два продукта. Это мыло плацентарное гиалуроновое и пенка с увлажняющим эффектом. В чем отличие, в чем преимущество? Если есть склонность к воспалительным процессам, если есть склонность к акне, если есть
вопросы, связанные, например, с пигментацией, и также есть пожелание, чтобы, например, можно было бриться, то лучше использовать мыло. Мыло становится семейным продуктом. Это продукт и для мамы, и для папы, и, конечно же, это продукт для того, чтобы приучить подростков к реально действующим инновационным продуктам косметического ухода. Пенка образует прекрасную густую массу очищающую. Здесь она представлена. Наверное, через камеру не очень хорошо видно, но достаточно, в принципе, выдавить где-то сантиметр для того, чтобы сделать прекрасное глубокое очищение. И само использование становится прекрасным удовольствием, этап наслаждением при уходе, поскольку сама пенка содержит перламутровые частицы. Ну, это связано с тем, что в пенке содержатся масла, это масло жожоба, семена перилы, поэтому получается такой приятный цвет. Также надо отметить, что в этих продуктах содержится кокамедил. Кокамедил – это мылящееся вещество, которое производится из кокоса. О чем это говорит? О том, что эти продукты обладают преимуществом на рынке по сравнению с теми, которые используют химические пенящиеся, мылящиеся вещества. Не щипит, если попадает на слизистую глаз, прекрасно смывает макияж, устраняет загрязнение. И пенка также способствует, ну и пенка и мыло, а пенка способствует еще и нормализации ровного, ровной поверхности кожи, то есть гиперкератозу. Здесь вы видите пенка, которая образуется благодаря вспениванию мыла. Достаточно очень густая, взвешенная, легкая текстура. Линия Эллансти, которая содержит плаценту лошади, отличается несколько от линии BB Laboratories. Чем же она отличается? Дело в том, что здесь используются вещества, которые составляют поверхностный слой кожи, например, сквалан, керамиды. И надо отметить, что используется масло пеларгонии. Масло пеларгонии является антисептиком и еще и придает мылу очень приятный ароматерапевтический запах. Свежести, свежескошенной травы, такой медвяный запах. Поэтому здесь вы сможете выбрать среди очищающих средств из представленных трех то, которое вам будет наиболее приятно, симпатично и комфортно. Они объединяются тем, что не сушат, а способствуют поддержанию pH кожи. Контроль, коррекция фотоувядания и устранение раздражений, воспаления, идеально гладкая кожа, тон. Чем можно добиться? В нашем арсенале несколько продуктов в зависимости от предпочтений, от возраста, от проблемы. И ну, мы сегодня будем говорить еще и с привязкой к сезону. Экстракт плаценты. То, что мы с вами знаем и понимаем, что это панацея. Экстракт плаценты – функциональная, легкая, эффективная и самостоятельная, а также усиливающее средство. Способствует разглаживанию морщин и придает коже эластичность, упругость и препятствует воспалительным реакциям.
в принципе, является самостоятельным средством в летний период, если кожа жирная. Если кожа не очень любит послойное нанесение многочисленных средств ухаживающих, но требует тогда, конечно же, поверхностного нанесения солнцезащитного средства после себя. Плацента глубоко проникает и восстанавливает работу кожи. Будет работать как сыворотка. Эссенция интенсивная, которую я вначале показывал, и мне хочется особо ее выделить, поскольку в основе нее лежат технологии производства препарата Лейнек и содержит гомологичную плаценту. В состав входит также коллаген, гидролизат коллагена, а это значит мелкие фракции, которые хорошо встраиваются в работу кожи и способствуют восстановлению собственных жизненных ресурсов кожи. Вот так выглядят эти замечательные флакончики, медицинские флаконы, которые используются несколько раз, в зависимости от того, на какую поверхность вы будете наносить. Здесь содержится 3 мл, и можно использовать и в летний период, и в зимний период, утром и вечером, локально или на все лицо. Хорошо увлажняет глубокие слои кожи, поскольку мелкодисперсная структура глубоко проникает и создает еще лифтинг-эффект. Встраивается в работу кожи и устраняет пигментные пятна. Это особенность этого продукта. Если у вас есть аппараты гиперборического давления, типа Oxymega Station, Jet Peel, Octoline, Intraceuticals, например, для введения ионофорез, или же электропорации, вы прекрасно можете также работать с этим продуктом под эти аппараты. Либо вы выписываете вашим клиентам этот продукт для домашнего ухода. И клиент ваш будет очень доволен, особенно сейчас в летний период, поскольку этот продукт профилактирует фотостарение. При склонности к жирности, воспалительным реакциям есть лосьон антиакне. Лосьон с фитокомпонентами, лосьон, содержащий АТФ, АТФ-комплекс, аденозин-трехфосфатную кислоту, которая является энергетиком для клеток, активирует клеточный метаболизм, регенерацию, и за счет АТФ буквально насыщает энергией кожу. Дело в том, что кожа, склонная к воспалениям, она, как правило, уставшая, стрессированная. Этот лосьон не только увлажняет и работает как антисептик за счет растительных компонентов и содержания экстракта плаценты, но и за счет АТФ придает коже внутреннее сияние, как бы заряжает кожу изнутри. Вы видите на упаковке крестик медицинский. Именно медицинское назначение и хочет донести до нас производитель. Бусинник оказывает мощное антисептическое действие. И воробейник. Ну, про солодку, которая используется уже около 4000 лет в восточной медицине и называется королева восточной медицины, я думаю, говорить отдельно не стоит. Также обладает фунгицидным действием и противовоспалительным, и одновременно успокаивающим. Хочется отметить, что можно наносить на царапинки и небольшие ранки даже. То есть этот продукт не щипит и способствует регенерации. Если вы дарите этот продукт подростку или, например, неважно, девочке или юноше, или же мужчине, который бреется, или же при каких-то повреждениях кожи есть высыпание, например, то этот продукт три в одном. Это и увлажнение, и энергизация, и устранение воспаления за счет антисептического действия.
уникальный продукт с компонентом, который разработал Нобелевский лауреат. Значит, этот продукт называется лосьон-концентрат ультраувлажняющий и действительно оправдывает свое название, поскольку имеет в составе эффективнейший комплекс, который создает эффект второй кожи. И называется он гиалорепер, то есть гиалуроновое восстановление. Продукт содержит плаценту лошади хакасской породы, а это значит богат аминокислотами. И содержит также особую формулу витамина С. Называется бисглицерил-аскорбат. И такая формула способствует и не только антиоксидантной защите и профилактике гиперпигментации, но и дает сверхинтенсивное увлажнение. Такие данные клинические были получены производителем. На период лета этот продукт, в принципе, достаточен и как самостоятельное средство. Его литраж, соответственно, 120, на долгий период вам хватит в использовании. Этот продукт не требует какого-то дополнительного нанесения, если вы не хотите наносить кремы, например, и утяжелять ваш уход. За счет богатого состава и за счет полиглутаминовой кислоты, которая в 4 раза усиливает влагоудерживающие свойства гиалуронки, и за счет полисахаридов снежного гриба, мощный увлажнитель, плюс гидролизат плаценты лошади, создает эффект сияния, эффект фарфоровой кожи, эффект второй кожи. Вот такие эпитеты связаны с этим продуктом. И исследования показывают, что действительно при содержании гиалорепер качество кожи после увлажнения водой, увлажнение простой гиалуроновой кислотой и гиалорепером, особой формулой гиалуроновой кислоты, увлажнение гораздо усиливается, улучшается состояние кожи. Вы видите съемки кожного покрова. Если есть гормональные изменения и есть морщинки, есть птоз, есть усталость кожи, тонкость, потеря тургора. Если есть даже высыпания, связанные с гормональными изменениями возрастного характера, то рекомендуется в летний период протирать лицо, делать, возможно, даже аппликации с помощью плацентарного лосьона. Плацентарный лосьон не только содержит плаценту, а он повторяет структурные компоненты кожи, в том числе те регуляторные молекулы, эстрогены, которые отвечают за молодость, красоту и здоровье кожи. Причем как у женщин, так и у мужчин. При эстрогеновом дисбалансе, дефиците этот продукт незаменим. В состав входят и фитоэстрогены сои, и фитоэстрогены солодки, арахиса, красного клевера. Благодаря содержанию цереброзидов и липидов и компонентов, которые сходны по структурному составу кожи, также восполняет, скажем так, защитно-барьерные функции поверхностного слоя. И на глубинном уровне за счет фитоэстрогенов плаценты этот продукт работает как мощнейший анти-эйдж терапия. Если есть мелкоморщинистая сеточка или, например, тусклость лица, связанная с курением, возможно, обезвоживание при перелетах, то продукт гиалуроновый лосьон просто незаменим в этот период. Липоамурская нейтрализует действие никотина,
гиалуроновая кислота, керамиды и липиды, которые входят в состав этого продукта, они способствуют не только увлажнению и приданию сияния кожи, они восстанавливают эпидермальный барьер, но очень хорошо борются с первыми признаками старения, которые хочется скрыть, замаскировать. Если есть, например, какие-то ожоги, связанные с воздействием солнца, то вы также можете наносить этот продукт и восполняет нехватку увлажняющих компонентов в коже. Безупречно ухоженная кожа, сияние, красота. Что мы можем делать в летний период? Конечно же, это плацентарные продукты, в первую очередь, которые дают мощный антиэйдж. Но нам хочется легкую текстуру, поэтому сегодня будем говорить о нескольких продуктах, которые имеют такие свойства. Легкость физическую и эффективность молекулярную, биомолекулярную эффективность, их мощный заряд энергии на уровне формулы. Это, конечно же, плацентарное молочко эссенция, легкая текстура, похожая на эмульсию. И этот продукт не забивает поры. Этот продукт способствует и увлажнению, и улучшению состояния кожи, мягкость кожи придает. Когда его наносишь и потом выходишь на солнце отдыхать или занимаешься пробежкой, то этот продукт не отторгается кожей, не выходит как бы обратно, да, на поверхность. Он хорошо структурируется, впитывается в кожу. Кожа буквально увлажнена и насыщена благодаря этому продукту. Его-то я вам сейчас и покажу. Молочко называется неспроста. Вот его уже нет. И этот продукт любимчик и женщин, и мужчин. И возраст, который мы рекомендуем, в принципе, варьируется от 25 даже до 40 лет, если нужна легкая текстура, и в зависимости, конечно, от состояния кожи. Ядром, скажем, центральным возрастом целевым для этого продукта это 30-35. Соцсредство, мы называем его так, однако этот продукт не только на какие-то особые случаи жизни, чтобы восстановить жизненные силы кожи, но и на тот случай, если нужно ускорить регенерацию, сделать кожу влажной, увлажненной и эластичной. Если есть повреждения на поверхности, в том числе, например, связанные с шелушением, покраснением, воспалительными процессами, если есть поработали лазерной шлифовкой, но пока еще рано об этом говорить в летний период, но если есть какие-то повреждения, одним словом, неважно, механические, химические, или тем более мы говорим в сезон воздействия активного солнца, то средства гидроконденсат, плаценты, гель, флюид прекрасно используется в летний период, очень хорошо встраивается в кожу, легкий, и в принципе, клиенты его называют, любя, панакота. Легкая текстура. Вот специально делаю вам, показываю полбаночки, потому что вы видели структуру в банке. Вот такая легкая текстура.
Вначале, когда наносишь на кожу, то есть ощущение, скажем, тянучести, но вот эта тянучесть этому средству необходима, поскольку она в прибивании как бы встраивается в кожу, и получается кожа ее потом ну, натягивает, она обратно не выходит, это средство, этот флюид обратно не выходит из кожи. То есть его липковатость вначале, которая вам может показаться, она придает ему на самом деле преимущество, поскольку встраиваясь в кожу, она как будто растягивается внутри и наполняет кожу изнутри, и обратно уже кожа не хочет ее отдавать. Конечно же, в составе плацента и в составе аминокислоты. Интересным компонентом является гамма-форс. Гамма-форс – это продукт, который, ладно, значит, гамма-форс – продукт, который подобен предыдущему продукту. Здесь содержится гомологичная плацента, которая производится по технологии препарата Лейнек. И этот продукт является мощнейшим репарантом, обладает мощной регуляторной функцией. Этот продукт незаменим для восстановления поврежденной кожи. Если есть псориаз, экзема, дерматит, постакне, если есть повреждения, связанные с воздействием солнца, химические какие-то повреждения, пластика, если вопросы, связанные все-таки с воспалительными реакциями, то каким средством ухаживать? Конечно же, продуктом GHC Gamma Force. Гамма-линоленовая кислота, которая входит в состав, образует поверхностное, скажем так, слой, восполняющий кожу. И под этим защитным барьером кожа чувствует себя великолепно, поскольку образуется та самая питательная среда, где кожа восстанавливает свои силы. Гамма-форс, и в общем-то форс это переводится как сила, гамма-форс незаменим продукт для проблемной кожи. Проблемная – это кожа жирная, проблемная кожа жирная, обезвоженная, проблемная кожа жирная, воспаленная кожа, а также тонкая кожа с поверхностными повреждениями кожи. Поэтому этот продукт с легчайшей текстурой, напоминающий нам предыдущие продукты, но содержащий гомологичную плаценту, а это значит, что восстанавливает еще и иммунитет кожи, мы отдельно об этом поговорим, по поводу различий плаценты, этот продукт незаменим в летний период. Для тех, кому хочется создать лифтинг, хочется выглядеть в летний период не только увлажненный, но и так, чтобы кожа сияла молодостью. Как создать эффект кожи без морщин? Гиалурон, эластин, коллагеновый экстракт. Вот это мой ответ первый. Он наносится до нанесения лосьонов, является мелкодисперсным средством. А это значит, что этот продукт незаменим для обезвоженной кожи, для устранения мелкоморщинистой сеточки. Вы наносите его на всю поверхность кожи. Вот так выглядит этот флакончик. И текстура очень легкая, но имеет особенность. Я сейчас нанесу так, чтобы не повредить технику, но чтобы у вас
вам показать. Значит, текстурка очень легкая, водянистая, вот, кажется, да? Но хочется прокомментировать, потому что я называю сахарная вода. Поскольку гиалуронка в составе, вы видите, что она немножко вот она подтягивается. И именно это свойство тягучести нам будет нужно для создания лифтинг-эффекта. Этот продукт незаменим для создания лифтинга, для создания гладкости и придания эластичности коже. Вы видите, на картинке нарисована какая-то сахарная вата. Значит, это не сахарная вата, это ателоколлаген, это биосинтезированный коллаген, который используется для восстановления хрящевой ткани, используется в имплантологии. Создает каркас, матричную сетку. И этот продукт содержит растворенную формулу ателоколлагена, который встраивается в структуру кожи и создает матрицу для прорастания новой здоровой ткани. Про пептиды, наверное, особенно не стоит говорить, но тем не менее пептидная революция продолжается. Японцы озабочены эффективностью своих продуктов и действительно благодаря своей многолетней практике и тесной работе с клиентами и, скажем так, скрупулезным мониторингом рынка, в том числе американского, поскольку американцы впереди планеты всей с пептидами, японцы пришли к выводу, что достаточно два пептида, высокая концентрация и синергетическая поддержка этих пептидов. Поэтому в их средстве вы не найдете 25 пептидов, которые будут настолько малы, их концентрация будет такая маленькая, что пептиды будут только как маркетинг. Посмотрите, какая легкая текстура. Вот наши клиенты называют это тирамису. Я специально показываю на пальцах, потому что на ватном диске будет вообще не видно. Легкая текстурка, приятный аромат, ненавязчивый. Все этот аромат улетучивается при нанесении. Это естественный аромат. Здесь и китайский финик, и натера биенис содержится. Инотера биенис придает эластичность коже за счет своего масла. Финик увлажняет. И, как вы понимаете, пептиды связаны с выработкой коллагена. Второй пептид поддерживает работу предыдущего, и он структурирует, скажем так, коллагеновые волокна до правильной сборки, с тем, чтобы не было свободных, скажем так, разъерошенных участков, то есть выработали коллаген, и вот он такой вот нарисовался. Второй пептид отвечает за правильную сборку, с тем, чтобы у нас была сцепка волокон, и волокна были гибкие, упругие, эластичные, как кроватная пружина. Этот крем будем, вот предыдущий, да, о котором мы говорили, тирамису, пептидный крем, будем рекомендовать, например, в летний период на день. В вечернее время, в принципе, мы можем использовать крем, который мы называем лифтинг-сыворотка. Но сыворотка, поскольку высокая концентрация компонентов, создает миорелаксирующий эффект, то есть работает как ботокс. Высокая концентрация аргилерина. Очень легкая текстура, напоминающая своего дневного собрата. В принципе, в бренде нет разделения день и ночь, однако мы можем сделать с вами разделение для функционального подхода к восстановлению молодости, красоты и здоровья кожи. Поэтому пептиды, связанные с выработкой коллагена, связанные продукты с увлажнением, пусть поработают днем, а в период вечерней релаксации пусть поработает аргилерин, а также другие компоненты, которые связаны с вечерним восстановлением кожи после инсоляции. И продуктом день-ночь может послужить крем-репарант.
Крем-репарант используется в любой период жизни и времени, и сезона, но особенно в летний хочется отметить его функции, поскольку он создает эффект упругости и увлажненности кожи, имеет более плотную структуру, вот вы сейчас, наверное, видите, в отличие от предыдущих структур, имеет более плотную текстуру. Этот крем мы будем рекомендовать при сухой обезвоженной коже. С этим кремом прекрасно сочетается Gamma Force, предыдущий продукт на основе гомологичной плаценты. Состав будет создавать послойное восстановление кожи. Крем-репарант содержит также, помимо плаценты лошади, содержит витамин С. И витамин С в такой специальной форме, 3-ларилглицерил-аскорбат амфифильный, способствует восстановлению клеточного, внеклеточного матрикса. А внеклеточный матрикс – это прежде всего и гиалуроновая кислота. Создает антиоксидантную защиту. Какие эффекты мы ожидаем от таких умных слов? Во-первых, это плотность кожи, упругость кожи, целостный эпидермальный барьер, гладкость, эластичность. И вот если сказать совсем по-простому, кожа становится как попа младенца, потому что эти компоненты способствуют запуску, я бы сказала, как резет, функция резет в компьютере, перезапуску процессов, и кожа вспоминает, как нужно работать, как она работала в молодом возрасте. Здесь также содержится гелорепер. Помните, я говорил об этом в лосьоне ультраувлажняющем, и поэтому этот крем создает тоже эффект второй кожи. Керамиды нескольких видов придают коже гладкость. Гиалорепер восстанавливает водные ресурсы. Ну и масло подсолнечника создает естественную поверхностную защитную пленку, влагоудерживающую и воздухопроницаемую. Этот крем не создает черных точек, комедонов, поскольку он легкий и прекрасно распределяется по поверхности кожи и встраивается в кожу. Этот крем можно рекомендовать от 30 до 45. В принципе, предыдущий крем – это возраст от 35 до 45-50. Крем пептидный – также возраст от 30 до 40-45. На любой вкус, хочется сказать вкус, на любой запах и на любую текстуру вы сможете найти в нашем арсенале свой любимый продукт. Инновационная солнечная гигиена, так я назвал такой раздел, которым мы завершим сегодня общение. И в этом разделе мы поговорим не просто о солнцезащитных средствах, а о солнцезащитных средствах, скажем так, сравнительный анализ. У нас много солнцезащитных средств, но все ли солнцезащитные средства хороши, как они воздействуют, и в чем их эффективность, и как можно эффективность эту продлить, в том числе, если у вас уже есть защитные средства, и вы хотите усилить их действие, так сказать, купить страховку от солнечной пигментации. Поэтому мы начнем сразу со страховки. Лифтинг-эссенция называется этот продукт. Да, он создает лифтинг за счет контракции, поскольку имеет особые молекулы природного происхождения, которые как бы
связывают кожу, притягивают кожу, и поэтому ощущение лифтинга. Но нужно отметить, что гомологичная плацента сама по себе работает как лифтингующее средство, и состав нас будет интересовать в летний период, помните, легкость и эффективность. Так вот, что же здесь легкого? Жидкая текстура, в принципе, буквально как вода реально, не имеющего ярко выраженного запаха, хорошо встраивается в кожу, впитывается, глубоко проникает, на поверхности не остается, поэтому требует какого-то дополнительного ухода. Это средство я вам буду рекомендовать как страховое средство от пигментации, поскольку содержит высокую концентрацию гомологичной плаценты и экстракт солодки. Экстракт солодки – это не просто противовоспалительный компонент. За счет изофлавонов солодки кожа прекрасно выдерживает воздействие солнечной радиации. И И это отмечают наши клиенты, те, которые пользуются. Они установили, что, используя под солнцезащитное средство на пляж, на экскурсию, в поездку или при нахождении в городе, в летний период, в горах, там, где идет прямое попадание на кожу солнечных лучей, этот продукт способствует нивелированию воздействия этих солнечных лучей и препятствует образованию, соответственно, пигмента. То есть мы можем сказать, что это солнцезащитная сыворотка. Вот так, наверное, даже можно ее назвать. Но она не имеет SPF-фактора, и, соответственно, она глубоко проникает и требует закрытия, то есть финального этапа нанесения. Финальным этапом нанесения будет либо какой-то из кремов, которые мы с вами сегодня разобрали, флюид, пептидный крем, крем-репарант и, конечно же, молочко плацентарное. Эмульсия. Если вы едете под открытое и пребывать будете, едете отдыхать и будете пребывать под открытым солнцем, значит, нужно носить SPF. Здесь вы видите, представлены 3 SPF, и вот еще есть 4-й братик. Значит, в чем разница и отличие? SPF 33. Мы идем с вами сейчас слева направо. SPF 33 – это не только солнцезащита, это еще и осветление. За счет содержания дрожжей, шелковицы и корня пиона белого в летний период защищаемся от гиперпигментации, так еще и профилактируем и устраняем. Это очень интересный продукт и интересный японский подход. То есть, как это, не пяди для пигмента не дадим. И достаточно легкая текстура, хорошо распределяется по поверхности, содержит механический фильтр, это диоксид титана, микронизированный, создает эффекта, неприятного эффекта маски гейши, и, тем не менее, водостойкий. Дальше вы видите SPF 50. SPF 50 и SPF 50 Glow Shield. В чем отличие? SPF 50 имеет 4 плюс защиты, значит, защищает от лучей, вызывающих рак кожи. Но этот продукт предназначен, скажем так, для более зрелой аудитории. Я бы этот продукт прописывал от 40 лет, поскольку содержит фитоэстрогены. Здесь содержатся фитоэстрогены красного клевера,
Красный клевер очень мощный фитоэстроген и обладает выраженной феминизацией, поэтому этот продукт незаменим при возрастных изменениях, связанных с эстрогенным дефицитом. И более, скажем так, плотная текстурка у этого продукта, чуть-чуть плотнее, чем, например, вы можете встретить в нашем бренде. Дальше идет продукт, который очень любят молодые девушки, и продукт профилактирует фотоувядание. Здесь содержится плацента, а это значит профилактика фотостарения, и содержится, опять же, корень пиона, но этот продукт заменяет вам и SPF крем, и увлажняющий крем. Этот продукт называется база под макияж. Кожа становится гладкой, шелковистой, готовой к нанесению тональных кремов и различных средств мейкапа. И если вы хотите легкую текстуру, у нас есть что для вас предложить. Жидкая эмульсия, мощное солнцезащитное средство, 4 плюса, а вы уже поняли, что 4 плюса, это значит защищает от рака кожи, связанного с воздействием солнечных лучей, SPF 50. И корень солодки способствует защите кожи от солнечного дерматита. Очень высокая концентрация действующих компонентов. Формула в линии GHC, а это продукт уже GHC, который производится компанией, производящей Linac. Гидролизат плаценты человека – это медицинский концерн. Мы говорили о нем в начале. Хочется сейчас сказать для тех, кто, возможно, присоединился к нам. Продукт линии LNC марки GHC. Вы можете запомнить, что это продукт для тех, кто хочет легчайшую текстуру, кто хочет иметь естественный вид кожи при нанесении солнцезащитного средства, то есть не маски гейши. И в то же самое время, если чувствительная кожа, склонная к раздражениям, если вы будете длительное время находиться под солнцем, если склонность к солнечным дерматитам, то этот продукт просто незаменим в таком случае. Стоит ли осветляться в летний период? Японцы говорят «да». Осветляться стоит, и для этого, для летнего осветления есть противопигментная эссенция, эссенция противопигментных пятен. Наносится локально, содержит высокую концентрацию арбутина, а это самый мощный и одновременно самый безопасный осветляющий ингредиент растительного происхождения, естественно, без болезней, без реабилитации, осветляет кожу, имеет высокое преимущество, большое преимущество перед гидрохиноном и коевой кислотой, которые запрещены во всем мире и используются производителями американскими, чтобы наводнить рынок третьего мира. Там Индонезия, Индия, Китай, и в том числе рассматривая Россию как рынок сбыта страны третьего мира, также есть такие продукты. Поэтому наши японские партнеры создали на базе фармацевтических заводов продукт, который не просто борется с пигментацией, а заботится о нашем внутреннем здоровье. Арбутин
поверхностно осветляет. Другие компоненты, как ученые выяснили, способны вызывать воспалительные реакции в организме, в том числе коевая кислота и гидрохинон. Представленный перед вами продукт эффективен, безопасен и локально наносится с помощью пипетки на поверхность пигментных пятен. А дальше вы можете использовать свои любимые кремы, которые мы только что обсудили, или же, например, солнцезащитные средства. Представленный набор, хочется обратить внимание, буквально еще 3 минуты общения с вами, идеальный уход в путешествие, легко, быстро, эффективно. Посмотрите, представлены 3 продукта. Это очищающая пенка, лосьон и крем. Пенка содержит арахисовое масло, прекрасно растворяет макияж, прекрасно растворяет загрязнение и за счет содержания виноградного сока, груши, ферментированной лактобактериями, эта пенка имеет пенообразователь. По граммажу, литражу прекрасно провозится через таможню набор. Легкий, быстрый, эффективный. И не щипит глаза при снятии макияжа или при ежедневном очищении. Не сушит кожу, не дубит. Дальше вы наносите лосьон. Лосьон содержит пептид. Пептид олигопептид 34. В принципе, это мезотерапевтический пептид, обладает и антиоксидантным, и осветляющим действием. Приятный флакончик, золотистый, современный акрил создает эффект хрусталя, как будто в хрустале находится волшебная жидкость молодости. И здесь содержится гомологичная плацента. А это значит бьюти-эффекты лейнек-терапии. И бьюти-эффекты лейнек-терапии гарантирует вот эта баночка, где написано GHC, баночка с кремом. Это пептидный крем «Биокорректор». В основе этого крема также 2 компонента – олигопептид 34 и гомологичная плацента. Вы можете узнать о цене, позвонив нам по телефону или связавшись с вашим менеджером. Телефоны вы видите в правом нижнем углу слайда. Термальная вода. Значит, термальная вода используется не только как освежитель лица, используется и как увлажняющее средство и для энергизации. В состав входят компоненты цитрусовых, приятнейший запах, поскольку содержит и лаванду, и цитрусовые компоненты, цитрусовые экстракты, и увлажняет замечательно. Дело в том, что этот продукт выпущен в 2 объемах – профессиональном и объеме для путешественников. Вот для заядлых путешественников вы видите 50 миллилитров. И, в принципе, цена достаточно невысокая по сравнению с другими марками, которые заявляют о высокой эффективности. Этот продукт содержит экстракт плаценты. И, значит, и увлажняет, и осветляет, создает антиоксидантную защиту и восстанавливает иммунитет кожи. Прекрасно распыляется и создает такую дымку, которая рассеивается по лицу, как шелковая вуаль. Если вы путешествуете, наверняка вы делаете процедуры. Если вы очень любите себя, я надеюсь, что вы такие, потому что продукты, гелевые патчи, они, например, как жалуются клиенты, они
ускользают на щеки. А у нас есть не гелевые, а из нетканного материала патчи, которые быстро и легко эффективно восполняют нехватку влаги, разглаживают морщины и сглаживают мешки, снимают отечность с глаз. Значит, содержит кинетин. Это умная молекула, которая выработана из нескольких нескольких аминокислот. Кинетин, чем он интеллектуален и высокотехнологичен, тем, что выбирает самостоятельно, как ему работать, как регенерант, как антиоксидант или как увлажнитель. То есть он выбирает на биохимическом уровне. Эти патчи наносятся на 10 минут и настолько прекрасно отдают свою жизненную энергию нежной, деликатной кожи вокруг глаз, что превращается просто в сухие бумажки. Потому что насколько мелкодисперсная структура экстрактов, содержащихся в этих патчах, что они хорошо проникают в кожу. Их 60 патчей. Ну что же, хочется поблагодарить вас за внимание, за интерес к эффективным препаратам. Надеемся, что вы сможете с этими продуктами расширить ваш коммерческий потенциал, порадовать своих клиентов. Будем рады всегда встрече с вами вновь и вновь. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пишите, звоните, спрашивайте, и до новых встреч. Радостного лета, эффективного ухода, красоты и здоровья.